антидождь, он же аналог черепашки, он же аналог разных других олеофобных покрытий для дома, для транспорта. Даже для стекла на ваш мобильный телефон подойдет. В общем, что здесь для фьюжика интересного? В том, что здесь простая упаковка, три салфетки, которые не перепутать, которые подписаны 1, 2, 3. В общем, разберем содержимое. Стоит данная штука в Леруа сейчас в районе 160 рублей. Чем же она замечательна? Замечательна она тем, что все доступно, просто хранить можно при температуре от плюс 5 до 25 градусов. Первая салфетка у нас пропитана, салфетки все вискозные. Первая салфетка у нас пропитана очистителем. Ну, это либо white spirit какой-то, но без запаха, ну, либо обычный спирт какой-то. Вот. Вторая салфетка пропитана непосредственно антидождем, то есть, ну, каким-то нанопокрытием, какой-то жижей, вот, совершенно бесцветной, практически без запаха. Вот. Ну и третья, просто сухая салфетка для того, чтобы устранить последствия высыхания, разводов нанопокрытия. Вот. Наносится на чистое стекло, то есть, ну, в своем автомобиле нужно вымыть стекла изнутри и снаружи. Вот. После чего применять данную вещь, наносить покрытие, так сказать. В общем, все салфетки подписаны, на них написано, что и как делать. Доступно, просто. Срок хранения данного препарата 3 года с момента производства, поэтому не меняет актуальности. Ну и, тем не менее, его нанесение производитель, кстати, российский производитель, заверяет, что хватает на 3 месяца эксплуатации автомобиля. То есть через 3 месяца данную процедуру нужно будет повторить. Это намного дешевле, чем покупать ту же самую черепашку и же с ним. Вот. Можно применять в быту, можно применять для автомобиля. Для Ford Fusion, я повторюсь, обошлось полностью в круг. Снутри и снаружи хватило полностью. Нанес я на лобовое стекло. Ну, короче, этих салфеток хватает, чтобы нанести полностью Ford Fusion вокруг. Плюс 2 зеркала. Плюс 2 дополнительных зеркала. После того, как нанес, прошло минут 5. Ну, попробуем, как работает он хотя бы как черепашка или нет. Сейчас увидим. Дворники стали работать лучше, чище. Прямо скользит. Я думаю, что работает. Как будет дальше, время только покажет. Ну, так что вот такие вот тесты. Кому было интересно, вот здесь вот прям в капле собирается. Ну и, собственно говоря, ночью вот дождик идет, а оно собирается вот в такие капли. Ну, в общем, олеофобка работает 100%, пока новая. Вот так вот выглядит мокрый снег.